Трагедия с нашими туристами в Египте не оставила равнодушной ярославскую певицу Наталью Пономареву. Родственников или знакомых в том самолете у нее не было. Двигало ее порывом исключительно сострадание. Строки, говорит Наташа, пришли сами собой, причем почему-то на английском. Музыка уже есть, но записать полностью композицию пока нет возможности. Такая весть о трагедии с самолетом, и она не могла не затронуть мое сердце. Текст песни родился очень спонтанно и неожиданно. И как-то за 5 минут я легко очень ее написала. То есть строчки зарифмовались, причем на английском языке.